Моя жена в июле купила книгу японских пьес и альбом японских гравюр. Она любит читать, а я люблю с ней обсуждать прочитанное. И вот это уже достаточное основание для казни. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. Не помню, кому из великих принадлежат слова о том, что у судьбы нет сердца. Она играет людьми, переплетает события, подсовывает несчастные случаи, жизни ломает. Может случиться так, что ты проснешься в 9 утра, молодая, красивая, счастливая, а в 9:20 все полетит под откос. И может случиться так, что в эти самые 9:20 на тебя сверху посмотрят чьи-то внимательные глаза под стеклами очков. Но ты узнаешь об этом потом, а потом уже ничего не будет, как раньше. Перед нами сложный случай Антонины Федоровой из Великого Новгорода. Слушайте. Марта 1985 года в городе Великий Новгород в семье Нинель и Валерия Степановых родилась вторая дочь – Антонина. Нинель развелась с Валерием, снова вышла замуж. Антонину и ее сестру Анну воспитывали мама и отчим. В 10 классе Тоня Степанова перешла в школу, где был специальный класс с углубленным изучением правоведения. Она проучилась несколько месяцев и поняла, что кодексы, параграфы и статьи – это не то, что ей хочется. Ей больше нравились литература и история. Еще в детстве Тоня с интересом читала мифы Древней Греции, в подростковом возрасте увлеклась философией, научной фантастикой. Поэтому после выпускного она подала документы в Новгородский университет. Поступила на заочное отделение исторического факультета. Днем девушка работала продавцом в книжном магазине, а вечера проводила возле компьютера в разных интернет-чатах и форумах. Однажды Тоня познакомилась с молодым человеком по имени Павел, Павел Федоров, компьютерщик, на 7 лет старше. Стали встречаться. Павел устроил Антонину на работу в компанию своего друга, айтишника. Тоня вскоре забеременела. Сама она признает, что ребенка не планировала, но когда узнала, что станет матерью, обрадовалась. Павел тоже воспринял это известие скорее положительно, и пара стала ждать рождения дочки. Сама Тоня худенькая, анемичная, весила в то время 46 килограмм, но все же доносила и в положенный срок в июле 2004 года родила здоровую девочку Алису. Когда 19-летняя Тоня вышла из роддома, она разослала своим интернет-друзьям фотографии Алисы, чтобы посмотрели, какая хорошенькая у нее дочь. Официальный брак с Павлом Федоровым Антонина оформила, когда дочке было 2 месяца. Она стала Федоровой, а потом, спустя 3 месяца, обнаружила, что их с мужем, кроме ребенка, уже ничего и не связывает. Мы жили в одной квартире, но почти не разговаривали. «Не ссорились, просто не общались», – рассказывала Антонина. Сделав такое невеселое открытие, она снова садится за компьютер, открывает чат и возобновляет интернет-общение с одним из участников – Кириллом Мартыновым. Они переписывались еще до рождения Алисы. Знакомство завязалось на почве общих интересов. Антонине понравился сайт о мыслителе, философе и публицисте Константине Леонтьеве. Ссылку на этот сайт сбросил ей Кирилл.
Сам Кирилл Мартынов тоже в некотором роде мыслитель, философ и публицист. Он живет в Москве, преподает философию в Высшей школе экономики. Кирилл – журналист, блогер, активный пользователь популярного в то время живого журнала. Чем больше Тоня и Кирилл узнают друг друга, тем больше они сближаются душами, если можно так сказать. В октябре 2005 года Кирилл Мартынов приезжает в Великий Новгород. Знакомство с Тоней переходит из виртуального в реальное. Они гуляют по парку, сидят в кафе, проводят друг с другом всего пару часов, но это очень важные часы как для нее, так и для него. Кирилл холост, а вот Тоня все еще замужем, хотя ее брак висит на волоске. Волосок в конечном итоге обрывается. Уже в ноябре 2005 года Павел переезжает к маме. Тоня с Алисой тоже перебираются к маме. Маму Тони зовут Нинель Булатовна. И живет она в общежитии. Там она получила комнату после развода с отчимом Тони. Нинель Булатовна знает про Кирилла, отпускает дочь к нему в Москву на свидание. А когда сам Кирилл приезжает в Новгород, сидит с маленькой внучкой. В один из таких приездов Кирилл познакомился с Алисой. Вскоре Кирилл снимает для девочек однокомнатную квартиру в Новгороде и сам наведывается туда все чаще. Подросшая Алиса даже называет его папой. Что касается родного папы Алисы, Павла Федорова, он дочерью интересуется мало. Материально в ее жизни не участвует. Лишь в мае 2006 года Федоровы оформляют развод. А вообще деньги для Тони и Алисы перечисляет Мартынов. У Кирилла серьезные планы в отношении Антонины. Он зарабатывает около 2000 долларов в месяц, а аренда его квартиры в Москве стоит 500 долларов. Это 2006 год, такие были цены. В принципе, Кирилл может содержать любимую девушку и ее ребенка. Он зовет их к себе, и в октябре 2006 года Антонина с Алисой переезжают в Москву. Кирилл ходит на работу, девочки сидят дома. Антонина хочет поступать в МГУ на философский факультет. У нее есть интерес к гуманитарным наукам, способности. К тому же есть собственный философ дома. Стало быть, есть и шансы. Тоня готовится к поступлению, Кирилл ее в этом поддерживает. Наверное, все бы у нее получилось, если бы не чудовищное стечение обстоятельств, которое разрушило не только планы, но и всю дальнейшую жизнь. 2 февраля 2007 года Кирилл посадит девочек на поезд. Тоня поедет в Новгород, чтобы забрать аттестат об окончании школы, немного погостить у мамы и вернуться через 2 недели. Никто не мог предвидеть, что Алиса заболеет гриппом и придется в Новгороде задержаться. Никто не мог предвидеть, что однажды обычным утром произойдет событие, которое будет долго будоражить не только Генеральную прокуратуру, но и Общественную палату, и прессу, и блогеров, да, в общем-то, всех, у кого есть доступ к интернету. Это событие, которое в дальнейшем получит название «Новгородское дело». «Мы проснулись утром, когда мама уходила на работу», подробно вспоминает Тоня тот день, 26 февраля. «Было часов 9. Алиса очень не любит, когда кто-то из своих уходит, поэтому мы ей дали конфеты, чтобы она отвлеклась. А я пошла провожать маму до двери. Мама мне сказала: дверь не запирай, а то соседи все время ключи забывают, ногами стучат. Ну и Алиса услышала бы щелчок». Потом Тоня пошла в ванную и, пока чистила зубы, сама услышала тот самый звук, звук щелчка. Захлопнулась входная дверь. Тоня зашла в комнату, но Алисы там не было. Тоня говорит, что выскочила на лестничную клетку и увидела, что малышка стоит за перилами,
спиной к ней и к металлическим перекладинам, не держась руками. Молодая женщина не стала звать дочку, чтобы не спугнуть ее. Она молча подбежала к ней, но та на ее глазах шагнула в пропасть межлестничного проема и упала вниз. Мать инстинктивно пыталась ее подхватить, но не успела, не дотянулась. Алиса упала на каменный пол с высоты 3-го этажа, 6,5 метров. Она упала лицом вниз. То, что девочка выжила, можно назвать счастьем, а то, что она не сильно покалечилась и не стала инвалидом, можно назвать чудом. Падение Алисы Федоровой – это переломная точка, в которой завершается нормальная жизнь, а начинается уголовное дело. Потому что в то самое утро, в том же подъезде, на той же лестнице, только этажом выше, стоял 10-летний школьник Егор Кудров. Егор зашел за своим приятелем Артемом, чтобы вместе пойти в школу. Пока Артем собирался, Егор его ждал. Антонина не видела Егора. Зато он видел все. А именно он видел, как, цитата, «большая девочка бросила вниз маленькую девочку». Егор Кудров – единственный свидетель происшествия. Его показания ключевые в деле. Что было дальше после того, как малышка упала? Тоня сбежала с 3-го этажа. И выскочила из подъезда. Ребенок в этот момент лежал на полу в луже крови. Я, наверное, маленькая, я поняла, что все, конец. Но я подумала, что если догоню маму, то она все исправит. Да, это слова Антонины Федоровой. Я подумала, что если посмотрю на Алису, то умру на месте. Тоня выбежала на улицу, но мама не увидела. Там стояла женщина-дворник, и Антонина стала кричать, что ребенок, что нужна скорая. Потом я вспомнила, что у меня есть мобильный с собой в кармане. Стала звонить, а там все очень медленно соединяется. Я долго объясняла, что случилось, а потом зашла в подъезд. Только потом. Время вызова скорой указывается по-разному. Сама Тоня раз говорит, что вызвала скорую, когда выбежала из подъезда на улицу. Потом говорит, что дозвонилась в скорую, уже вернувшись в подъезд. Неясно, сколько времени она находилась на улице. Пока ее не было, на крик ребенка сбежались соседи. Девочку положили то ли на кусок картона, то ли на коврик, то ли на собачью подстилку. Уже в подъезде Тоня позвонила матери. Соседи говорят, что окровавленная Алиса кричала, тянулась к Тоне, но та не брала дочку на руки. Позже она объяснит это тем, что просто не знала, какие у ребенка травмы, боялась навредить. Еще соседи говорят, что в подъезде было холодно, февраль, а на Алисе были колготки и футболка, но Тоня ничем не укрыла дочку. Мама Тони, Нинель Булатовна, успела прибежать до приезда скорой помощи. Вокруг Алисы уже было несколько человек, в том числе Егор со своим товарищем Артемом. Оказывается, пока Тоня была на улице, Егор высказал вслух то, что он видел. Только он не знал, что на самом деле большая девочка – это 22-летняя мама Алисы, Тоня. И тогда одна из соседок спросила Тоню, зачем ты это сделала? Мол, зачем бросила ребенка с высоты? В ответ на это Антонина упала в обморок, рассказывает Нинель Булатовна. Одна моя маленькая девочка лежит в крови, другая зеленая без сознания. Я поняла, что потеряю обеих. Тоня пришла в себя и по дороге в больницу говорила маме, что она ничего не видела, что она только услышала звук упавшего тела. «Мама, я не успела». «Понимаете, — говорит Нинель Булатовна в интервью, — ее обвинили, что она сразу к ребенку не подошла. А она ведь куда побежала? Она за мной побежала. Она думала, что мама все исправит. Думала, что я помогу». Алису обследовали. Оказалось, что у девочки ушибы, легкое сотрясение мозга, трещина в челюсти и несколько выпавших молочных зубов. В больницу приехали милиционеры, тогда еще была милиция, а не полиция.
взяли у Тони письменное объяснение. В больничной палате Тоня и Алиса спали вдвоем в детской кроватке, прижавшись друг к другу. А через 3 дня мать с ребенком уже вышли. После больницы они уже не стали возвращаться в общежитие. Слишком тяжелые воспоминания связаны с этим местом. Алиса, Тоня и мама Тони переехали в квартиру, которую снял для них Кирилл. Алиса уверенно шла на поправку, пила витамины, наблюдалась у нейрохирурга. А 18 марта у Тони день рождения. И они с Кириллом решили, что праздновать его будут в Москве. Однако 16 марта к Антонине Федоровой на съемную квартиру в Новгороде пришел оперуполномоченный. Принес повестку. Ее вызывают в качестве свидетеля по поводу проверки обстоятельств происшествия. Но вот от себя неофициально добавил, что ожидает Тоню, скорее всего, обвинение в покушении на убийство. Умышленное убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, собственной дочери. Потому что 10-летний Егор Кудров, ученик 5 класса, видел, как к перилам 3-го этажа вышли 2 девочки. Обе молчали. Большая протащила маленькую через прутья одной рукой, другой рукой подхватила, подержала чуть-чуть на весу, а потом бросила. А разве можно безнаказанно бросать детей с 3-го этажа? И действительно, против Антонины Федоровой возбуждают уголовное дело. Ведет его опытный следователь Владимир Колодкин. В Новгородской прокуратуре он работает почти 30 лет. Говорит, что за все годы службы еще никогда ни разу не ошибался. Вина Антонины Федоровой для него очевидна. Срок ей светит от 8 до 20 лет. Поскольку ситуация приобретает такой поворот, Кирилл Мартынов срочно обращается к одному из лучших адвокатов Новгорода – Константину Пакину. Тот согласен защищать Антонину, но с условием – не предавать дело огласке. Первое, что советует сделать адвокат, это пройти независимую проверку на детекторе лжи. Антонина проходит ее в Москве у полиграфолога Ольги Белюшиной. Выводы проверки хоть и говорят в пользу Антонины, однако они не являются прямым доказательством ее невиновности. Чтобы покушаться на убийство, безусловно, необходим мотив. И в качестве мотива Федоровы предъявляют формулировку «мешала личной жизни». Якобы следствие изучило эту личную жизнь вдоль и поперек. Да, Антонина жила с Павлом, с Кириллом. Кроме них у нее был еще один молодой мужчина. Правда, недолго. «Она умный, расчетливый человек», рассуждает следователь Колодкин. Хотела в МГУ поступать, а ее сожителю Мартынову надо диссертацию на философском защищать. Ребенок – помеха. А что касается свидетеля, у мальчика положительные характеристики. Действительно, школьные педагоги отметили у Егора аналитический склад ума. Склонности к фантазиям не имеет, учится хорошо, в футбол играет. Среди одноклассников пользуется авторитетом. Родители прекрасные, воспитывают его достойно. Зачем ему врать? А вот что касается Антонины, соседи по общежитию отзываются о ней, как о матери, плохо. С ребенком не гуляла, кашу ей на общей кухне не варила. Дознаватели обследовали комнату, где Тоня с Алисой жили у мамы. Обратили внимание, что там почти нет детских вещей и игрушек. Федорову стали вызывать на допросы. Спрашивали конкретно про детали произошедшего, так и в общем. Как она относится к дочери? Любит ли ее? Что в это время делает Кирилл Мартынов? Он очень молод, ему 26 лет. С одной стороны, чтобы не потерять адвоката, надо сидеть тихо и молча наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. С другой стороны, над его любимой женщиной, над Антониной, повисла реальная угроза жестокого, а самое главное, несправедливого наказания. Кирилл – журналист, его орудие – слово.
У него есть перо, образно говоря, точнее клавиатура. Станет ли он бездействовать и пассивно ждать? Нет. Мартынов подключает знакомых из общественной палаты. По его просьбе один из них, писатель Ганичев, пишет письмо на имя губернатора Новгородской области с просьбой обратить внимание на дело. А другой публицист Чедаев высылает запрос новгородскому прокурору с просьбой выслать ему всю информацию, которая не является тайной следствия. Адвокат: да ну и ладно, Кирилл Мартынов сам покажет новгородской прокуратуре, что Антонина не какая-нибудь там бедная сиротка, за которую некому заступиться. Зато ней сила, большая сила, и с этой силой нельзя не считаться. Я думал, если у них есть какой-то разум, они поймут, что не с теми связались, говорит Кирилл. Поскольку Мартынов не послушал адвоката, Константин Пакин отказался от своей подзащитной, ну, как и предупреждал. Сестра Антонины Анна искала в Новгороде другого адвоката, но никто не хотел ввязываться в это дело, которое уже стало громким. Пылкий Кирилл поднимает на уши весь русскоязычный интернет, разворачивает масштабную кампанию в живом журнале, чтобы привлечь внимание неравнодушных людей к несчастью, в котором оказалась его Тоня. Девятнадцатого апреля Антонину арестовывают и помещают в следственный изолятор. Она в очень плохой физической форме. На фоне стресса сильно похудела. При росте 164 сантиметра она весит 36 килограмм. Утром ей приносят несладкий кисель, жидкий. Днем дают тюремный суп, который называется баланда. Поскольку у нее такой сильный дефицит массы тела, ей назначают специальную диету укрепляющую. В рацион добавляют кусочек сливочного масла. Но поскольку это масло завернуто в сомнительную коричневую бумагу, Антонина не решается его есть из соображений гигиены, как она сама говорит. Ну, брезгует одним словом. Федорова пытается себя сохранить в этой страшной тюремной среде. Общак она все равно называет словом «стол», шконку – словом «кровать». Читает в камере книги и письма от людей. Писем приходит очень много, потому что Кирилл в своем блоге попросил всех, кто неравнодушен, писать ей письма. Мартынов, между тем, нашел нового адвоката, и не какого-нибудь, а звездного, можно сказать, во всяком случае известного. Это Константин Рыбалов из адвокатской коллегии «Борщевский и партнеры». Сам Кирилл времени не теряет, он раздал десятки интервью, снялся в ток-шоу. Мартынов раскусил прокурорский замысел. 2007 год – это год ребенка. Хотят в год ребенка улучшить отчетность, поэтому шьют молодой девушке убойную статью. «Помогите», – призывает Кирилл, – «это может быть с каждым». Страшно жить в стране, где за несчастный случай с ребенком по ложному обвинению могут посадить мать. Тысячи людей молились за Антонину, слали посылки, открытки, подарки Алисе. Писали и в Генеральную прокуратуру. Более 500 писем туда пришло. Там только диву давались. Вот тебе и мать-одиночка из общежития. Вон какой шум ее жених устроил. Мартынов вывел свой блог в живом журнале в топ самых читаемых. В следственном изоляторе Антонина провела 3 недели. Под давлением общественности ей все же изменили меру пресечения и выпустили под подписку о невыезде. Когда она выходила, ей не позволили воспользоваться телефоном, и 36-килограммовая женщина с тяжелой сумкой шла пешком через весь город. Денег у нее не было даже на автобусный билет. А потом ее еще несколько недель ограничивали в свиданиях с дочерью. Кирилл сделал подследственной невесте предложение: «Вот тебе моя крепкая любящая рука, мой голос, моя энергия, моя поддержка». В такое трудное для Антонины время родилась молодая семья Мартыновых. После регистрации Антонина взяла фамилию Кирилла. «Не было у меня ни белого платья, ни фаты, ни колец, но была черная «Волга» с московскими номерами и триколором на капоте», —
писала Тоня у себя в дневнике. Кстати, дневник в живом журнале она вела под псевдонимом «Детройт». Я сначала подумала, что такой выбор – это ассоциация с упадком. Ну, что приходит на мысль при слове «Детройт»? Погибший город, запустение, преступность, депрессия. Однако нет, «Детройт» – это название альбома одного из любимых исполнителей Антонины. Джаз. Юсеф Латиф, американский композитор. Девушка слушает джаз и читает книги. На всю нашу жизнь нам отмерено определенное количество книг, которые мы можем успеть прочитать. Ну, предположим, 100 тысяч. И все. В этот скромный набор, безусловно, нужно вместить самые важные, самые правильные, самые хорошие книжки. Она жена философа и сама хочет, все еще хочет получить эту профессию, отучившись в МГУ. Кому поверить, ей или все-таки мальчику в очках, который видел ее руки, отпускающие руки ребенка? Кирилл боролся за молодую жену всеми способами и средствами. Он направил заявление в адрес прокурора Новгородской области против прокурора города, его заместителя и следователя Колодкина. Якобы они через посредников пытались вымогать у него взятку 10 тысяч евро, а не получив ее, собираются посадить заведомо невиновного человека. Заявление рассматривать не стали, правда, назначили другого следователя, а потом еще другого. Решетку в подъезде спилили, перенесли ее в кабинет следователя, чтобы провести следственный эксперимент с Алисой, проверить, смогла бы она сама пролезть через прутья или нет. Но Мартынова не дали на это согласие. Антонину на месяц отправили в институт Сербского проходить стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Историю Тони и Алисы стали называть новгородским делом. В интернете появилась отдельная страница, ему посвященная. Кирилл и все сочувствующие словно вступили в битву с правосудием. Либо добьешься справедливости, либо докажешь, что никакого правосудия не существует. То есть битва как бы беспроигрышная. За время следствия было подано множество исков, жалоб, ходатайств, а против самого Кирилла даже возбуждали дело за разглашение данных предварительного расследования. Следственный комитет выдал обращение к представителям СМИ, чтобы воздержались от освещения позиции защиты при отсутствии комментариев стороны обвинения, так как это, во-первых, не объективно, а во-вторых, может сформировать негативное общественное мнение об органах правопорядка. Поступать в МГУ Антонина не поехала. Полтора года длилось следствие, и вот, наконец, дело дошло до суда. В июле 2008 года процесс против Антонины Мартыновой проходил в закрытом режиме. Обвинительное заключение составлено на 48 страницах. В интернете есть сокращенная версия на 41 страницу. Там говорится, вина Мартыновой подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей, экспертизами, проверками показаний свидетелей на месте, следственными экспериментами. Из чего складывается эта совокупность? В электронной почте Тони нашли письмо, которое она писала своей сестре Анне в декабре 2006 года. «Никуда не хожу практически. Лиса очень утомляет. Раньше бегала по пятницам на встречу своего форума, с друзьями в шоколаднице посидеть, чаю с тортиком попить. Теперь даже туда не хожу. С лисицей так за день набегаешься, никаких друзей не хочется». Копию письма приобщили к делу. Не гуляла с дочкой, не варила ей кашу. Тотальный беспросветный эгоизм. По заключению психиатров, Антонина, описывая падение дочери, демонстрирует картинные, театральные, эмоциональные реакции. Отмечают у нее личностную незрелость, поверхность эмоций. Вот кое-что я зачитаю.
Подэкспертная хорошо усвоила представление о морально-этических нормах и социально одобряемых способах поведения, при этом стремится лишь к формальному их соблюдению. Однако на уровне личностных ценностей социокультурные установки ею не принимаются, что может приводить к асоциальным поступкам. И здесь же рядышком дается объяснение, что такое асоциальный поступок. Это поступок против правил в обществе. Это может быть мелкий поступок, как, например, там, поездка в общественном транспорте без билета, так и серьезный, в том числе убийство человека. Эксперты, обследовавшие Тоню, пришли к выводу, что, бросая дочку с лестницы, она не находилась в состоянии аффекта. В обвинительном заключении указано, что действия Мартыновой уже после того, как она совершила преступление, были направлены не на оказание помощи дочери, а на привлечение большого числа свидетелей, которые впоследствии могли бы подтвердить факт происшедшего несчастного случая. Закричала только после того, как посмотрела вниз, где лежала ее дочь. Спустившись, хладнокровно прошла мимо ребенка, вышла на улицу, скорую не вызвала, ребенка на руки не брала, не укрыла малышку. Якобы против Антонины еще и говорит тот факт, что она неоднократно меняла показания. То она не видела Алисы, а лишь услышала удар ее тела о каменный пол. То она видела, но не успела добежать, то успела добежать и схватить, но девочка выскользнула из рук. Потеря памяти, как в старых добрых бразильских, да и не только бразильских сериалах. А что, если и правда на фоне сильного нервного потрясения у нее случилась какая-то амнезия? Если бы она действительно планировала убить дочь, она наверняка бы отрепетировала как следует, что будет говорить, когда у нее спросят, как это произошло. Наверняка бы осмотрелась по сторонам, не только вправо-влево, но еще бы и вверх голову подняла, чтобы убедиться, что там никого нет. И потом третий этаж. Если Антонина человек думающий, а именно такой ее признала психиатрическая экспертиза, то она могла допустить вероятность того, что малышка может не погибнуть, а лишь серьезно покалечиться, и у нее будет дочь-инвалид, а это еще больше помешает личной жизни. И еще зачем она выбрала такое неудачное время дня, утро, когда все соседи выходят, кто на работу, кто на учебу. Ну а по поводу того, что игрушек было мало и детских вещей, надо, наверное, принимать во внимание, что они приехали к бабушке погостить на короткое время. Зачем брать с собой много вещей? Обвинение приводит слова бывшей свекрови Антонины, матери Павла, мол, ленивая, не занималась приготовлением пищи, уборкой, очень много проводила времени возле компьютера. Настолько много, что маленькая Алиса называла компьютер словом «мама», так как у Алисы компьютер ассоциировался с мамой. Это, увы, болезнь цивилизации. Сейчас многие молодые мамы предпочитают посидеть в интернете вместо того, чтобы раскрашивать или лепить из пластилина вместе с ребенком. Рассказывая об обстоятельствах случившегося, Мартынова в целом искажает картину происшествия, стремясь избрать для себя наиболее выгодную интерпретацию события, которая, однако, не имеет ничего общего с тем, что было на самом деле. Иными словами, врет, ну и опять же, перед глазами появляется жирный вопрос. Зачем? Зачем убивать ребенка? Мартынова безразлично относилась к своей дочери. Воспитанием ребенка занималась бабушка. Однако, чтобы не оказаться плохой матерью в глазах знакомых, приняла решение избавиться от дочери путем убийства, придав случившемуся вид несчастного случая. Сочный сюжет для мировой литературы. Такая вот задумчивая, нежная девушка-снежинка хочет избавиться от родной дочери, чтобы та не мешала учиться в МГУ и ходить в шоколадницу на чай с тортиком. Обвинение считает, что ребенок не мог самостоятельно перелезть через перила, если принимать во внимание параметры Алисы – окружность головы, грудной клетки, рост, а также параметры ограждения. Стало быть, ее вытолкнули.
Доказать обратное можно было в ходе следственного эксперимента, но обвиняемая от него уклонилась. Друг Мартынова провел свой собственный следственный эксперимент. Вот фотография, на которой в такую же решетку, только на другом этаже, просунул голову такой же ребенок, даже чуть старше и чуть крупнее, чем Алиса Федорова. «24 июля 2008 года в зале суда собрались 12 присяжных. 11 из них признали Антонину Мартынову виновной в инкриминируемом ей деянии и не заслуживающей снисхождения. Услышав вердикт, Антонина потеряла голос. Как же так? Ведь практически все положения обвинительного заключения можно было опровергнуть». Тем более, что у Антонины такой мощный адвокат Константин Рыбалов. Почему же Мартыновы проиграли, имея на руках все мыслимые ресурсы? СМИ, общественная палата, интернет, народная поддержка, живой журнал. Чем же так настроили против себя присяжных Кирилл и Антонина? Если прочесть записи Кирилла Мартынова в блоге, то можно заметить, как много слов он посвящает тому, чтобы противопоставить себя и семью Тони новгородским люмпинам. Так называют соседи по общежитию. Кирилл считает, что они специально оговорили Антонину, потому что она, во-первых, интеллигентная девушка, во-вторых, собирается замуж за философа, у которого нет детей и алиментов. А в-третьих, переезжает к нему в Москву. Завистливые пьяницы с крошечным кругозором, по его мнению, такого не прощают. Сам Мартынов родом из Кемерово, но в те годы считал себя столичным человеком. А свою Тоню – птичкой из чужой стаи, которая случайно залетела в общежитие секционного типа, где джаз не слушают, Кафку не читают. «Конфликт связан с тем, — говорит Кирилл, — что наша семья благополучная, в нашей семье никто не пьет, у нас ни за кем не бегают с ножом, как водится в других семьях. И, естественно, есть еще такой момент — зависть. Тоня уехала в Москву. Это вообще страшное преступление». «Моя жена, — пишет Кирилл, — в июле купила книгу японских пьес и альбом японских гравюр. В день знакомства мы спорили о хризантеме и мече. Она не работала, потому что ей это было не нужно. Она любит читать, а я люблю обсуждать с ней прочитанное. И вот это уже достаточное основание для казни». В общем, с легкой руки философа происшествие в общежитии переросло в классовую войну. Кстати, мама Тони, Нинель Булатовна, тоже человек рабочей профессии, она трудится на кирпичном заводе, а стало быть, относится к тому классу, который так презирает Кирилл. Тоня скромная, коллекционирует пакетики с сахаром. У нее никогда не было настоящих духов. Первый французский флакончик ей подарил второй муж. Девушка мечтала набрать вес до 44 килограмм, купить когда-нибудь маленькую машинку, фиатик. Когда-нибудь. Тоня сама попросила, чтобы дело рассматривал суд присяжных. В состав коллегии вошли мужчины и женщины, возраст от 34 до 61, в основном работяги, несколько пенсионеров. Когда люди образованные, начитанные, повидавшие мир, искренне считают, что в интеллигентных семьях не бывает детоубийств, потому что это антропологически невозможно, и с той же страстью уверяют, что неинтеллигентные люди по определению могут из зависти отправить на казнь мать и дитя, получается новгородское дело. Много шума, перехлёст эмоций, а ничего толком не выяснено. Приговор не вынесен, и никто не наказан. Антонина после объявления вердикта тайно выехала с дочерью Алисой. Отец Алисы, Павел Федоров, заявил, что их похитили. Вот только похитители не объявились и никаких требований не предъявили.
Муж Антонины Кирилл подтвердил факт пропажи жены и падчерицы. По его словам, их местонахождение ему неизвестно. Преступницу объявили в розыск, сначала региональный, потом федеральный, а процесс приостановили. Через 3 месяца после исчезновения блогер «Живого журнала» Олег Михелевич, житель Израиля, опубликовал у себя скан письма Антонины, которое она адресовала интернет-сообществу. «Привет, сообщники! У нас все в порядке, живы-здоровы. Если хотите помочь материально, передавайте деньги через Олега. Спасибо тем, кто понял и принял мой поступок». Как появление этого письма прокомментировал Мартынов? Он говорит, что почерк похож, но стиль письма не его жены, поэтому есть большая вероятность, что она писала под диктовку, а стало быть, под давлением. Антонина Мартынова и ее дочь Алиса Федорова благополучно скрываются 15 с половиной лет. Никаких сведений о них не имеется. Вряд ли когда-нибудь Антонина объявится, потому что статья, по которой ее осудили, не имеет срока давности. Тоня ушла, не чувствуя почвы под ногами, сбежала от правосудия, бросив личную жизнь и захватив с собой дочку, которая якобы этой личной жизни мешала. Ну вот, по-моему, этот ее поступок опрокидывает полностью мотив, которым руководствовалось обвинение. В чем ошибка Кирилла? Наверное, в высокомерии, в излишнем снобизме. Хотя снобизм всегда излишен. Молодой, горячий, он хотел справедливости и спасения любимой женщины. Но в конечном итоге как-то вышло, что он сражался не за, а против. Не столько защитить конкретного, дорогого ему человека, а против целого явления прокурорского произвола, беспредела и коррупции. В результате и Тоню не вытащил, и трехглавого дракона не убил. Пишут, что новгородская прокуратура в ответ на медийную кампанию Мартынова решила устроить Антонине показательный процесс, приуроченный к году ребенка. Ведь для прокуратуры раскрываемость важнее истины. Вот снизить бы градус накала, вот сократить бы вот этот вот разгон для скандала. Глядишь, может быть, все как-то по-другому бы получилось. Кстати, внимательные пользователи интернета заметили, что все гламурные фотографии о счастливом семействе явно сделаны за один присест и опубликованы после выписки Алисы из больницы. А до этого Мартынов якобы девочку не воспитывал. Мол, не так нужна была ему Алиса, как нужен был народный гнев и народная слава. Вот такой я мальчишки-бальчиш, сейчас всех новгородских взяточников построю и на чистую воду выведу. А в чем ошибка Егора Кудрова? Мог ли мальчик соврать? Не обязательно соврать намеренно, а просто заблуждаться, что-то допридумать, дорисовать. Возможно, когда завертелась эта милицейская центрифуга, когда он оказался в центре внимания, ему стало уже неудобно менять показания. Дело зашло далеко. Как тут признаться в том, что погорячился, что не уверен? Отец Егора, Владимир Кудров, сам говорил, что сын пользовался своим положением главного свидетеля в громком деле. Мог пропустить урок, сославшись, что его вызывают в прокуратуру. Кстати, на телевидении был выпуск в программе Малахова, посвященный новгородскому делу. Но на съемки поехал не Егор, а Артем Вторыгин, его товарищ, тот самый сосед Антонины, которого Егор ждал на лестничной площадке в то утро. Егор обиделся, ведь это же не Артем, главный единственный свидетель, а он, Егор Кудров. И это ему, Егору, полагались 15 тысяч рублей за участие в эфире. Ошибка Егора в том, что он не посмотрел на несколько лет вперед. Да он и не мог, наверное. Дети не смотрят так далеко, у них другое зрение. Он не мог понимать, что сегодня покупает себе проблему на будущее, тяжесть неискупленного греха, которую придется волочить всю жизнь. Жизнь Егора не была длинной.
мальчик аналитического склада характера, пользующийся авторитетом среди одноклассников, дисциплинированный и не склонный к фантазиям, из хорошей семьи, симпатичный белокурый школьник, во взрослой жизни стал наркоманом и умер от передозировки в прошлом году. И, наконец, в чем ошибка Тони? В том, что нельзя оставлять ребенка без присмотра. Перед тем, как идти чистить зубы, надо посмотреть, убедиться, что дверь на лестницу закрыта, что на плите не стоит кастрюля с кипятком, что шкатулка с иголками и аптечка с лекарствами закрыты на верхней полке в шкафчике. А может, лучше взять ребенка с собой на всякий случай в ванную? Ну, прописные истины, извините. Так было хорошо, так было красиво, и так, наверное, могло бы быть и дальше. Вот они, красивые кадры, которые хочется вырезать и повесить на стену. Но это уже история. Медленно кружится воронка времени. С каждым годом все взрослее Алиса и все старше Тоня. Они с Кириллом все дальше друг от друга. Наверное, уже совсем чужие люди. И с каждым годом все дальше и дальше тот день, когда большая девочка пошла чистить зубы, оставив маленькую девочку одну в комнате. Спасибо, что посмотрели. И все же здорово, что никто не умер. В японских гравюрах и в японских пьесах я, честно сказать, мало что смыслю, а вот джаз – это хорошо. Будьте осторожны, разбирайтесь в людях. И всего вам доброго.